финальный кадр выхода из гостиницы приехали наши друзья. А Егор оказался просто балбесом, потому что он вообще ничего не снимал. Я не балбес. Да, вот дядя Сережа подходит к нам. Вот. Ну что, погостили? Погостили, да, отметились. К мамке. Да, к мамке. Снег. Сегодня в Хабаровске зима. Да. Сейчас мы тут сумки свои спустим. Сейчас мы вам покажем зиму. До свидания. Спасибо, да. До свидания. Ну вот, идет снег. И мы в последний день. Вот посмотрите, какая красота стала. Елочки в снегу. Все со всех сторон. Красота какая. Ну все, друзья, едем в аэропорт. А там и дальше, в столицу. До следующих встреч. Так, вот сели в машину. И сейчас Егор грустит от того, что ему ничего не удалось снять. И я не перешел на новую арену. И я не знаю, что такое новая арена. Но, в общем, мы сели в прекрасный автомобиль. Очень проходимый. Сегодня, кстати, Егору показывал, как у нас раньше в Хабаровске машины не могли подняться, потому что летняя резина, задний привод и так далее, и так далее. Вот город весь в снегу, очень красиво. Ну, едем в аэропорт. Вот, продолжим там уже, с борта, поделимся впечатлениями в целом о поездке. Ну что, аэропорт Хабаровска, самые значимые места. Мы с Егором уже зарегистрировались и сейчас идем на посадку. Собственно говоря, единственное интересное из всех этих мест находится здесь. Вот прямо перед выходом на посадку там. Это было то место, в котором в 2004 году я купил one-way ticket и улетел в Москву. Собственно говоря, сегодня мы туда и возвращаемся. Пока. Почта России, это SkyTeam, летим, пока Хабаровск, встреча в самом самолете, пока. Эта поездка будет одним из самых лучших воспоминаний, которое было с нами в этом году. До новых встреч. Пока. Меня научили играть в кайфу. Пока. Очень насыщенное приключение подошло к концу. Мы выходим из самолета. Хочется сказать всем своим друзьям огромное спасибо. Хочется сказать всем тем, кто видел, огромное спасибо вам за то, что продолжаете, помогаете верить в то. Спасибо. До свидания. Да. До свидания. Привет, столица. Огромное спасибо всем тем друзьям, которые напомнили о том, кто ты есть. И на самом деле, ты это тот, каким тебя воспринимают другие люди, воспоминания и в реальном отношении к тебе. И я понял, что все в порядке. Это стоило того. Спасибо всем, пока. Это было прекрасное путешествие на Дальний Восток, на мою малую родину.